Необычный способ посмотреть достопримечательности семи городов России за короткий срок. Первый круизный поезд «Жемчужина Кавказа» посетил Карачаево-Черкесию. На железнодорожном вокзале Черкесска гостей встретили традиционными угощениями, песнями и танцами. Алла Качиева подробнее. Железнодорожная станция Черкесска. 8 часов утра. Здесь все готово ко встрече гостей. И вот появляется «Жемчужина Кавказа» – тот самый круизный поезд с составом из новых вагонов. А ну что, Карачаево-Черкесия, просыпаемся и готовимся встречать наших дорогих туристов. Выехал туристический поезд 8 мая и следует по маршруту Тюмень-Екатеринбург-Самара. Теперь пассажиров ожидает знакомство с Северным Кавказом. По пути следования в поезд подсаживают еще людей, чтобы они могли присоединиться к увлекательному путешествию. Карачаево-Черкесия, первая из регионов СКФО, приняла гостей. Туристы просыпаются под живую музыку, национальную гармонию, кавказские танцы в исполнении артистов республики. Далее традиционная чаша айрана и каравай, которые путешественники пробуют с удовольствием. Азрет Эркенов приветствует гостей и рассказывает о достопримечательностях Карачаево-Черкесии. А еще туристы, а их около 150 человек из разных городов России, участвуют в увлекательной викторине, демонстрируя свои знания о нашей республике. Все наслышаны об известных курортах Карачаево-Черкесии, Домбае, Архызе, Теберде, а еще о том, что наш регион является астрономической столицей страны. На вокзале были подготовлены национальные блюда. Туристы продегустировали угощения. Новые люди, новая республика, новые обычаи. Все хочется увидеть, узнать, посмотреть, впечатлиться. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Эти известные строки из песни прям точно подходят к сегодняшним экскурсантам. Туристы-сибиряки бывали в разных местах, но жемчужину России Кавказ еще не удалось посетить. На Кавказе первый раз, очень много везде было. Ужас где было, но на Кавказе первый раз и в таком восторге. Даже от вот начала экскурсии, от начала встречи, с каким радушием встречают, с каким настроением, какой задор. Здорово, классно. Мне очень нравится даже самое начало. Этот туристический поезд «Жемчужина Кавказа» сформирован впервые. Мы планируем в 2025 году уже на регулярной основе этот поезд встречать, так как была поставлена задача президентом Российской Федерации у нас количество туристов, перевозимых железной дорогой, увеличить до 3 миллионов, это в 2 раза. И, собственно говоря, этим мы сегодня и занимаемся. Какие же места посетят приехавшие в рамках экскурсионного тура в Карачаево-Черкесию? А мы все вместе посетим наш замечательный музей в городе Черкесске. И после этого выйдем по трассе Черкесск-Домбай. На Домбае мы предоставляем им программу. Это экскурсионно-познавательная программа по канатным дорогам на гору Муса-Ачтара на высоту 3200 метров, где откроется замечательный вид на Кавказские горы и, скорее всего, на западную вершину горы Эльбрус. На всем протяжении мы будем знакомить наших гостей с культурой, с традициями, а во время обеда они еще и попробуют нашу национальную кухню. Расписание тура рассчитано так, что каждый новый день турист посещает новую локацию, а ночью выдвигается уже к следующей, используя поезд в качестве отеля на колесах. Далее поезд отправился по маршруту Нальчик-Грозный-Дербент, затем Самара-Екатеринбург-Тюмень. Путешествие продолжится всего 10 суток. Алла Качиева, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.